Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джану Самаюктам Биндавана Манухарам Ванча Калпатару Вашаки Пасинду Бевача Патитананг Павуне Бхавишна Бибхио Наму Намаха Муканкароти Вача Ланг Пангунг Ланг Хайти Грим Джатки Патамаханга Банди Парамананду Мадвам Бриндавай Тулсидеп Байпиявай Кесава Сача Снабхактипаде деви саттаваттвайи наму намаха Нараяна намаскритта нарунчайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Санкиртане кишна катхо падеше Гаурия патрашо пракасане ча Шадануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Барун Дхейям Сада Парибхабагнам Абишта Духам Тиртас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Виттатихам Панатапалья Бхават Дипутам Банде Махапурушате Чарнаравиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Бисфуриджита Кимапикабаваду Свадарши Пурунану Рагараса Сагара Сарамурти Сарадхика Майкада Кибам Каруси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рама Хари Хари Аджану Ламмита Фужоу Канука Бодату Шанкиртанай Капитару Камула Хитакшо Вишам Бару Дижавару Джугадхарма Палау Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Бандито Диббарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхаван Рупен Саданаранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Бибушихи Табам Бхагам Нараяно Прияманангу Мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Вагиша Джушва Бадане Лакшмир Джасрача Бхакшаши Джасьясти Десамбит Твам Нишинга Махам Бхаджи Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари.
Крия сактану дхига пикета тапаса дхикча жамин, дхигасту брамма хамбадана парифуллана жаро матино, ким этано сочама вишараса матьяна наропашуна, на кешанчит ахохо мелито гауро мелито адхуна, на кешанчит опи ахохо мелито гауро мадхуна. Крия сактану дхиг, Бикато тапаса дхикча жамин, дхигасту брамма ахамбадана парифуллана жаро матино, ким этано сочама вишараса матьяна наропашуна, на кешанчит лешо опи ахохо мелито гауро мадхуна. Гаудия Гоштхипати, Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал: до тех пор, пока на этой земле присутствует Майявада Сиддханта, Майявада Вичар, мы не сможем широко проповедовать Бхакти. До тех пор, пока концепция Майявады существует на этой земле, у нас нет, не будет необходимых возможностей, необходимых, то есть мы не сможем широко проповедовать Шудда Бхакти, поскольку Майявада является главным препятствием в этом. Прабхупад сказал, что именно тогда, когда Майявади начали присоединяться к Гаудия Бхаджану, в обществе преданных начались проблемы. Кто может понять, Майявади это или преданный? Это могут сделать лишь Прабхупад и возвышенные преданные. Итак, Прабхупад говорит, что именно тогда, когда Майявади начали присоединяться к обществу преданных, начались огромнейшие проблемы. Кто может узнать, просто ли я ношу одежды вайшнава? Или по-настоящему следую всем правилам и предписаниям? На том берегу живут те, кто лишь внешне заявляет, то есть те, кто внешне якобы следует Чайтанье Махапрабху. Ко мне сегодня приходил Вараха Махарадж, ученик Ваманы Госвами Махараджа из Америки. Я был в том месте, где строится новый центр, и он сказал: у Гаудия Матха есть один бранч, один Когда я начал писать статьи, которые возражали тому, что происходит в Матхе, мне сказали: пусть они занимаются своим делом, какой тебе разница? А они пусть делают то, что хотят. Но в действительности тот человек, который так ответил, уже пал.
Суть в том, что никто не хочет защищать интересы сампрадая. Но Шри Чайтанья Махапрабху уделял особое внимание этому фактору. Потому что Махапрабху хорошо понимал, что если я не смогу помочь тем, кто погружены в Майяваду, не будет им спасения. Приняв саньясу, Махапрабху пошел в Пурушоттама-дхаму по желанию, для того, чтобы исполнить желание Шачиматы. Это долгая история. Когда Махапрабху пришел в храм Джаганнатха, он, увидев божество Джаганнатха, захотел обнять его. Его переполняла глубочайшая према. Он упал без чувств перед божеством, перед Джаганнатхом, и панды хотели избить его за неподобающее поведение. Они не понимали, что творится внутри Махапрабху. Но там оказался предводитель Майявади, Сарвабхаума Бхаттачарья. Он был выдающимся пандитом. Но Вайшнава Сиддханта он не знал. Мы не можем его назвать пандитом в отношении вайшнавской сиддханты. Тем не менее, он был знаменитейшим пандитом во всей Индии. Увидев происходящее, он не позволил пандам побить Махапрабху. Он был готов закрыть Махапрабху своим собственным телом от побоев. А панды уважали Сарвабхауму Бхаттачарью. Даже царь выражал ему почтение. А Каши Мишра был гуру Пратапарудра. Поэтому оба они занимали значительное положение в обществе. Несмотря на то, что Сарвабхаума Бхаттачарья был выдающимся майявади, он был настолько большим знатоком шастр, он имел даже представление о расататве. Он начал размышлять, подобное бхава невозможно испытывать подобную бхаву в материальном мире. То, что я вижу в нем, в этом юноше, не может испытывать обычный человек. Изначально Сарвабхаума Бхаттачарья был из Навадвипы. Он сын Махешвар Вишарат. Махешвар Вишарата и Джаганнат Мишра были друзьями. Вместе они учились, читали. По просьбе царя Пратапарудры,
Сарамбам Бхаттачарья переехал в Пури. Несмотря на то, что Сарамбам Бхаттачарья был майвади, он все-таки имел какое-то представление о... Пхавах. Он начал наблюдать за Махапрабху, но Махапрабху не приходил в сознание. Тогда при помощи своих учеников он перенес Махапрабху в свой дом. Нитьянанда Прабху и другие преданные узнали, что произошло в храме Джаганнатха. Они услышали, что высокий, огромный юноша золотого цвета упал перед божеством Джаганнатха. То есть этот слух быстро распространился повсюду, и Нитьянанда и преданные узнали об этом. В то время Гопинат Ачарья также находился в Пури, и он также отправился в дом Сарамбам Бхаттачарья. Сарвам Бхаттачарья был очень гордым. И в действительности не было никого в этом мире, кто мог бы изменить его. Ему была интересна лишь слава Пратиштха. Если он и говорил о чистом преданном служении, лишь в шутку, и для того, чтобы разбить концепции бхакти. Сестра Гопинат Ачарья была... замужем за Сарвабхаум Бхаттачарьи. Поэтому они дружили. Когда Гопинат Ачарья говорил что-то о бхакти, Сарвабхаум Бхаттачарья шутил над ним, шутил и высокомерно опровергал его утверждение. У него было тысячи учеников. Большинство раньше люди, то есть люди ездили в Варанаси, чтобы получить образование, но когда Сарвабхаум Бхаттачарья начал жить в Пури, все приходили к нему. И он был очень... То есть майвадские идеи глубоко сидели в его сердце. И оно было очень твердым, его сердце. Итак, когда Махапрабху пришел в сознание, Нитьянанда и преданные пели вокруг него Махамантру, благодаря этому он очнулся. Тогда Сарамбам Бхаттачарья начал задавать вопросы Махапрабху, кто он такой. Тогда он узнал, что отец, что его отец, Махеша Вишарад, является другом отца Махапрабху. И тогда он стал по-дружески относиться к Махапрабху. Такой молодой юноша, ему всего 24 года,
он принял саньясу, как же он будет поддерживать ее, как он будет сохранять саньясу, как он будет следовать ей? Я должен ему помочь, думал он. И Махапрабху относился к Сарвабхамбхачарье с почтением. «Я твой сын, я как твой ребенок. Что бы ты мне ни посоветовал, я приму твои советы, буду следовать им». И да, Сарвабхамбхачарье сказал, «С этого дня приходи ко мне ежедневно, и я буду обучать тебя веданте». В Варанаси все следуют вот этой шлоке из Веданты, в которой говорится о том, что вайраги может следовать только тот, кто ежедневно изучает Веданту. Это концепция Майявади. И из смирения Махапрабху принял предложение Сарвабхамбхачарье. Он сказал, я готов слушаться любого вашего наставления. Итак, он начал слушать Веданту в изложении Сарвабхамбхачарье. Каждый день Сарвабхамбхачарья объяснял Махапрабху майявадскую веданту. Но Махапрабху не говорил ни слова, он только слушал. Спустя 7 дней Сарвабхамбхачарья сказал, «Уже 7 дней я рассказываю, объясняю тебе сиддханту, но ты не даешь мне понять, понимаешь ты меня или нет». И тогда Махапрабху начал говорить. На самом деле, когда вы объясняете Веданту, я не могу понять ваших комментариев, не могу понять ваших объяснений. Что ж ты меня не спрашиваешь? Я же перед тобой стою для того, чтобы ты все понимал. Почему ты не задаешь вопросы? И Махапрабху ответил, когда вы говорите сутру, когда вы цитируете сутру, все Веданта сутры, я понимаю. Но когда вы начинаете давать на них свои комментарии, их понять я не могу. Сарвабхамбхачарья ужасно разгневался. Он был очень гордым, поэтому его задели слова Махапрабху. Он был выдающимся пандитом всей Индии, и, конечно же, он был оскорблен замечанием Махапрабху. Ну, тогда давай ты сам объясняй. И Махапрабху начал. Вы объясняете, вы даете очень странное объяснение. К примеру, Гангаям Госапали. Гош — это деревня, Госапали. То есть это деревня Гошей. И, конечно же, речь не идет о том, что деревня находится в водах Ганги. Естественно, что она стоит на берегу реки. One is by assumption you will have to understand, and another procedure is
То есть иногда есть два способа понимания того, что говорится в Веданте. Есть прямое описание, а есть косвенное. Когда шастра говорит напрямую, значение менять нельзя. И необходимо понимать сложные моменты, которые содержатся там. Но Сарвабхауми Бхаттачарья постоянно возражал Махапрабху. Махапрабху продолжал приводить аргументы, но тот возражал. Тем самым Махапрабху устанавливал чистую сиддханту. Но Сарвабхауми Бхаттачарья не был готов принять ее. Он пытался доказать правоту нирвишеша Брамы, философию Майявады. Он говорил, ну, в Упанишадах же сказано, что у Бхагавана нет ни рук, ни ног. Хорошо, отвечал Махапрабху. Но что написано после этих слов? Нет ни рук, ни ног, но он очень быстро принимает то, что предлагает ему его преданный. У него нет глаз и ушей, тем не менее, он слышит все, что происходит в бесчисленных мирах. Он слышит, кто что и что говорит. Нет глаз, но видит все. Нет ушей, но слышит все. Махапрабху говорил с глубоким смирением. Проблема была в том, что Сарвабхауми Бхаттачарья был настолько гордым, что не готов был услышать ни одного замечания в свой адрес. Но увидев смирение Махапрабху, он был вынужден принять его замечание. Благодаря смирению Махапрабху он почувствовал расположение к нему. В противном случае никого бы он никого бы не стал так слушать, как слушал читание Махапрабху. Уже после двух слов он бы выкинул этого человека. И почему Махапрабху уделял столько внимания тому, чтобы изменить сердце Сарвабхауми Бхаттачарьи? Потому что у него были тысячи учеников. И наш Прабхупад также использовал эту тактику. Он понимал, что если изменить сердце лидера общества, то изменится и все общество. Те, кто следует ему. Удивительный тот факт, что когда Сарвабхауми Бхаттачарья принес Махапрабху в свой дом, и Гопинатх Ачарья наряду с другими преданными оказался в этом доме. Все это было по замыслу Махапрабху. Итак, Махапрабху продолжал. Да, у Бхагавана нет ни глаз, ни ушей. Тем не менее, речь идет о том, что у него нет материальных органов чувств.
Да, у него нет ни ушей, ни глаз. Но суть заключается в том, что его органы чувств трансцендентные. Речь идет о отсутствии материальных органов чувств. Как мы знаем, в Брахма-самхите сказано, что все органы чувств Бхагавана, любой из органов чувств Бхагавана может исполнять функции другого. То есть глаза могут слышать, уши могут видеть. Бхагаван может вкушать глазами. Нам сложно в это поверить. Мы не представляем, как это возможно. Тем не менее, это правда. Это мы из доказательства. Как я ранее говорил, наш мир материален, он относителен. Мы верим лишь в то, что сами видим. Нам сложно поверить, что на Сурья-локе есть жизнь. На Сурья-локе, в обители Бога Солнца, Сурьи, есть живые существа. Но об этом сказано в шастрах. Это правда. Ей существует тонкое тело и так далее. Вы знаете Варуна? Варун — это бог воды. Его тело состоит из воды. Но в это мы поверить не можем, потому что мы подобного не видели. Если мы вас сейчас отправим куда-то, где минус 23, вы не сможете там выжить. Но в Сибири, в России минус 50, минус 56 градусов, и они там живут. То есть и даже в материальном мире есть вещи, в которые нам сложно поверить. А в пустынях по 46 градусов. И там также живут люди. Поэтому не нужно спорить о Сиддханте. Не нужно спорить, оспаривать то, что вы никогда не видели. А на Сурья-локе дживатмы обладают телами, состоящими из огня. Нам сложно, то есть мы не можем перенести даже температуру 40 градусов, когда мы погружаем руку в воду такой температуры, мы обжигаемся. Итак, Сарвабхаума Бхаттачарья был побежден Махапрабху. Махапрабху, тем не менее, хоть и победил его, но он сделал это с глубоким смирением, так, чтобы ему было не так больно. Махапрабху понимал, что
Главное сокровище, которым обладал Сарвабхаума Бхаттачарья, это его знание. Если бы он понял, что оно бессмысленно, ему было бы ужасно больно. Вспомните историю с Кешава Кашмири. У него также было тысячи, тысячи последователей. И Махапрабху также очень тактично изменил его умонастроение. Он был ачарьей Вишну с вами Сампрадая. Итак, в материальном мире у нас есть определенные представления, которые сформированы нашей жизнью в материальном мире. К примеру, змея. У нее есть глаза, но вы когда-нибудь видели у нее уши? Нет у змеи ушей, так как же она слышит? Она действительно слышит, и слышит при помощи глаз. Вы можете возразить, но глаза же могут только видеть. Нет, глаза змей могут как видеть, так и слышать. Именно поэтому змею называют Окишвара. Та, которая умеет слышать при помощи, может слышать при помощи глаз. Так вот, если даже в материальном мире мы можем наблюдать подобное, почему мы не можем поверить в удивительный образ Бхагавана? В этой шлоке описывается Господь, ее приводит Махапрабху в споре с Сарвабхаумом Бхаттачарьей, и сердце Сарвабхаумы Бхаттачарьи меняется. И в конце концов Махапрабху является Сарвабхаумом Бхаттачарьей, свой шестирукий образ. В одной руке он держит флейту, подобно Кришне, в другой — лук со стрелами, как Рамачандра. А другие руки, в одной руке он держит данду, в другой — камандалу. Когда Махапрабху явил ему такой облик, долгое время Махапрабху действовал как обычный человек. Но когда Махапрабху больше не мог выносить свои, Сарвабхаумом Бхаттачарья увидел удивительный образ, который явил ему Махапрабху, он упал без сознания. Тогда Махапрабху прикоснулся к нему и начал произносить эти шлоки. Сарвабхаумом Бхаттачарья очнулся, взглянул на Махапрабху
И он уже был в своем обычном облике Гауранги. Он начал говорить со скоростью ветра. Как прежде мы говорили о том, как Кешава Кашмири прославлял Гангу со скоростью ветра, так и Сарвам Бхаттачарья начал со скоростью ветра. Прославлять чистое преданное служение. И так в этот момент он изменился. Он полностью изменился. Он стал вайшнавом. И новость об этом разлетелась по всей Индии. Это был необыкновенный успех. Панды, Джаганатха, со временем поняли, что Махапрабху — великая личность. Они не знали, что он сам Господь. Тем не менее, имели какое-то представление об этом, какую-то догадку об этом. Однажды Махапрабху ранним утром пришел в дом Сарвабхаума Бхаттачарьи с прасадом Джаганатха. Он разбудил его и сказал эти, произнес эти слова. Тот, кто... то есть эти слова произнес Сарвабхаума Бхаттачарья. Прежде он никогда не говорил о Кришне, а теперь он постоянно прославлял его. И Махапрабху зашел в его комнату и дал ему Джаганат Прасад. Тот, даже не приняв омовения, начал танцевать. Он сказал, теперь, Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, что теперь я достиг Вайкунтхи. Такая вера, огромная вера была у Сарвабхаума Бхаттачарьи в Махапрасад. Итак, он стал великим преданным. Все почитали его. Он каждый день приглашал Махапрабху в свой дом. Они вкушали прасад и танцевали. Итак, перемены в сердце Махапрабху были огромным успехом, поскольку это повлекло за собой изменение всего общества Майвади. Возможно, вы помните, я говорил о жизни Джива Госвамипады. Джива Госвамипада. Мадхусудан Вачаспати был учеником Сарвабхаум Бхаттачарья. Но со временем он стал вайшнавом. Нитянанда сказал ему, отправляйся в Варанаси и там обучайся. Там были ученики Сарвабхаума Бхаттачарьи, а Джива Госвамипад, то есть Нитянанда сказал Джива Госвамипаду идти и учиться в Варанаси. Махапрабху хотел изменить сердце всех Майвади. Поэтому он пошел в Варанаси. А поскольку Варанаси является столицей Майвады, Any father can come, they can go back
и никто не мог изменить философию Майявади. Кто бы это ни был, кто бы ни старался сделать, это ничего не выходило. Итак, Махапрабху пришел в Варанаси, ежедневно предлагал поклоны Каши Вишванатху. Он остановился в доме Чандрашекара Ачари, принимал прасад в доме Тапана Мишры. Также там в то время жил один замечательный преданный. Так, все майявади критиковали Чайтанью Махапрабху. Потому что он якобы был майявади саньяса, ведь он носил эко-данду, принял эко-данду. Эко-данда означает «Ахам Брамасми». Это майявадская саньяса. «Ахам Брамасми» означает «Я Браман». Такова их садана, когда они начинают ощущать, то есть они считают, что достигли успеха, когда начинают себя осознавать брамой. Но Махапрабху указывает нам, что майявади являются неблагоприятным для неблагоприятным общением для нас. Вишну Свами, Нимбадитья, Рамануджа Ачарья. Не определяли майявади как неблагоприятное общение, как Йошитсангу. Майявади считают себя самыми отреченными в этом мире. Они очень гордятся своей вайрагией. Но Махапрабху хотел опровергнуть это. Первое, что должен сделать преданный, оставить асад-сангу. Но сделать это крайне сложно. Может быть, мы можем оставить с внешней точки зрения асад-сангу, но внутри она может продолжаться. Тем не менее, Махапрабху говорит, что первое, что должен сделать преданный, оставить неблагоприятное общение. Майявади хотят занять пост Брамы. Поэтому они являются неблагоприятным общением для нас. Представляют собой неблагоприятное для нас общение. Потому что они хотят захватить пост Брамы. Они считают себя равными Браме. Как мы знаем, к йошит, категории йошит относится лапха, пуджа, пратиштха. Как правило, мы думаем, что неблагоприятным общением является
общение с противоположным полом, недозволенное общение. Но это не совсем так. Не только оно является неблагоприятным. Порой йошит приходит как женщина, порой как деньги, золото, бриллианты, богатство, а порой как слава и почет. Это учение Гаудия Матха. Она редка. Мало кто понимает, что пратиштха — самое большое препятствие. Наша Гурварка говорит, что то, к чему мы испытываем влечение, является йошит, выступает для нас как йошит, то есть как неблагоприятное, как нечто неблагоприятное. Пратиштху невозможно увидеть, невозможно посмотреть на человека и определить, сколько литров в нем пратиштхи. Но по поведению можно увидеть, хоть она и невидима. Итак, пратиштха — самое большое препятствие. Самое большое, самое страшное — йошит. Самое большое препятствие в жизни садаки. И Махапрабху подчеркивал это. Может произойти совершенно незаметно разрушение вашей садханы из-за пратиштхи. Рагхунадас Госвами также говорит. И Прабхупад материальная пратиштха, ее можно сравнить с испражнениями свиньи. Испражнение свиньи — самая грязная вещь на свете. Она питается испражнениями и производит двойные испражнения. Но, то есть, и Прабхупад приводит именно такой пример, потому что наше сознание настолько низко, что Рагхунатха Дас Госвами сравнивает пратиштху с блудницей, с низкорожденной, бесстыдной женщиной. Итак, Майявади считают себя самыми отреченными в этом мире, а Махапрабху хотел показать, что их отречение равняется нулю. Поскольку они не верят в вечное существование Гуру, Вайшнавы, Дхамы, Нама, а Махапрабху всю свою жизнь занимался прославлением, установлением самбандхи Абидей Прайожаны. Даже в то время, когда он был
обычным учителем, когда он играл лилу учителя, он занимался именно этим. Однажды Тапана Мишра увидел сон, где он получил знание о том, что скоро придет Махапрабху, который расскажет о садхья-татве. Куда бы Махапрабху ни шел, всюду он устанавливал самбандха биде прайоджана. Это настолько важно, потому что без самбандхи даже жена не станет служить своему мужу. Мать не будет заботиться о ребенке без понимания их взаимоотношений. Поэтому Махапрабху устанавливал повсюду самбандха биде прайоджана и прославлял Харинам. Все, что вы хотите достичь при помощи саданы, вы сможете обрести, повторяя святое имя Господа. Итак, майявади саньяси в Варанаси противостояли Махапрабху. Они воспринимали его как сумасшедшего, который поет и танцует, который не понимает, что он должен изучать веданту, иначе он не сможет поддерживать саньясу. И однажды к Махапрабху пришел один браман и с горечью на сердце сказал: «Все они критикуют тебя, Прабху. Они даже не произносят полное твое имя. Они называют тебя просто Чайтанья. Они не говорят Шри Кришна Чайтанья». Почему, Прабху? Махапрабху ответил: на самом деле майявади — великие оскорбители лотосных стоп Кришны, поэтому они не хотят повторять Кришнанам. Итак, с Варанаси Махапрабху отправился во Вриндаван, а когда он вернулся, он изменил майявади там. Этот же браман пришел к Махапрабху и со смирением сказал: «Я знаю, что ты никогда не принимаешь приглашения ни на какие собрания, ты не принимаешь просад ни от кого здесь. Тем не менее, может быть, по твоей беспричинной милости ты примешь мое приглашение, и тогда я буду очень, очень счастлив». Махапрабху видит прошлое, настоящее и будущее. Поэтому он понял, что этот браман хочет пригласить как меня, так и майявади в одно и то же место, для того, чтобы разрешить наш конфликт. То есть у этого брамана на самом деле замечательная идея. Поняв это, Махапрабху согласился.
В положенное время он пришел в дом этого брахмана. Когда он зашел, он увидел сотни майявади. И возглавлял их Пракашананда Сарасвати. С ним находились 10 тысяч учеников. Позднее, может быть, у него и больше учеников было, но в тот момент было именно 10 тысяч. И все они пришли с дандами. Мадавендра Парипат, Ишвара Парипат, Брамананда Бхарати и даже Рамануджа Ачари приняли экаданду. Но это еще не говорит о том, что они майявади. Наша Гуру Варгу говорит, что приняв экаданду, они считали, что в ней уже находится три данда. А майявади принимают экаданду с концепцией «Ахам Брахма Сми», что «Я есть Брахма». В то время была лишь экаданда, можно было получить лишь экаданду. Итак, Махапрабху вошел. И майявади начали повторять «Намо Нараян, Намо Нараян». Таким образом, они выражают почтение друг другу. Они не предлагают поклоны. Когда они кого-то приветствуют, они говорят «Намо Нараян», что подразумевает под собой «Я Нараяна, и ты тоже Нараяна». При встрече с Махапрабху Сарвам Бхатачарья также приветствовал Махапрабху. Как только Махапрабху вернулся в сознание, Сарвам Бхатачарья сказал ему «Намо Нараян», а Махапрабху ответил «Кришна Матирасту». Что означает, пусть твой ум будет у лотосных стоп Кришны. И тогда Сарамбама Бхатачарья понял, хоть он внешне выглядит как майявади, на самом деле это вайшнав. Значит, это я нашел подходящего кандидата, я его быстренько изменю. Итак, когда Махапрабху вошел, все стали повторять «Намо Нараян, Намо Нараян». Махапрабху омыл свои стопы. Там было специально отведенное место, где можно омыть ноги. И помыв там ноги,
прямо там Махапрабху и сел. Как правило, это считается нечистым местом. Но он сел там, и его тело начало сиять. Как будто бы сотня солнц. Но сияние, исходящее от него, охлаждало. Когда Сарабам, когда он взглянул на него, он припал к его к стопам Махапрабху и сказал: «Почему ты сел в этом грязном месте? Пойдем, садись к нам». А Махапрабху ответил: «У меня нет права. Я падший, как я могу сидеть с вами?» Увидев невероятное смирение Махапрабху, они были поражены. Что он говорит? Он же выглядит как Бхагаван. Как правило, майвади не верят в Бхагавана, но, видя Махапрабху, они начали говорить: «Похоже, ты Нараян». И они начали беседу с ним: «Ты майвади саньяси, мы же тоже майвади саньяси, почему ты не присоединишься к нам?» Мы же из одной сампрадая. То есть они восприняли Махапрабху как последователя своей сампрадаи. То же самое произошло в Удупи. И майвади спросили: «Ты почему все время танцуешь и поешь? Почему ты не изучаешь веданту?» На это Махапрабху ответил: «На самом деле я глупец, я глупый. Мой Гурупад Падма, зная об этом, сказал мне: поскольку ты настолько глуп, у тебя нет, я не позволяю тебе изучать веданту. Просто все, что ты можешь, просто пой санкиртану». Этими словами Махапрабху хотел расплавить их сердца майвади. И он говорит: «Я на самом деле неграмотный, поэтому мне Гурупад Падма и сказал, что раз ты такой глупец, тебе не разрешается изучать веданту, просто совершай намасанкиртану». Таким образом, это не мое желание. Я просто танцую и плачу. Однажды я спросил своего Гуру Пада Падму: «Что за мантру ты дал мне? Я не могу спокойно повторять ее, она заставляет меня танцевать, петь ее вновь и вновь». Почитайте Чайтанья Чаритамриту. Это не мое желание петь и танцевать. Мантра заставляет меня делать это. By chanting this mantra, my Guru Padma, the tool,
Махапрабху, мой гуру Падпадма сказал мне, что ты достиг совершенства, ты достигнешь премы, если будешь петь и танцевать. Према — наше сокровище. Према — это то, что необходимо обрести в этой жизни. И это возможно сделать, следуя гуру. Всю жизнь необходимо совершать сатсангу. Необходимо принять твердое решение отказаться от асатсанги, даже осознанно, неосознанно и даже в уме. Если совершать баджан, но при этом асатсангу, бессмысленно ожидать плодов баджана, изменений в жизни, поскольку асатсанга поглотит все. Все, что дает баджан. Итак, необходимо оставить асатсангу. Prakasananda Saraswati Pad was bound to speak. Mahaprabhu speaking. Actually, Shankaracharya, Mahaprabhu speaking with folded hand. Actually, сложив руки, Махапрабху со смирением говорит. На самом деле, Шанкарачарья не... не сам выбрал проповедовать Майваду. Это было наставление Верховного Господа. Ачарья Шанкар — это Ачарья Шанкар Вайшнав. Несмотря на то, что он проповедовал майвадскую сиддханту, он написал, мы знаем, что он написал Шарирак Башью, то есть майвадские комментарии. Тем не менее, есть множество свидетельств того, что он является великим преданным. Бхагаван сказал Шанкарачарья. Шанкарачарья и есть Шанкар Бхагаван. Шанкарачарья сказал Парвати, что Бхагаван дал мне наставление отправиться в материальный мир и проповедовать майвадскую сиддханту для того, чтобы защитить от обманщиков чистое преданное служение, чистое бхакти. Бхагаван сказал, что я не хочу допустить к бхакти демонов. Он сказал, отправляйся в материальный мир и проповедуй так, чтобы демоны не смогли понять чистое преданное служение. Равана, Комбакарна, Шишупала, все они были майвади, даже Равана. Наш Кешава Госвами написал. Сказано, что Равана с Ланки приезжал в Индию на своей колеснице для того, чтобы обсудить майвадскую сиддханту с кем-то из местных представителей. Шанкарачарья был обязан
Итак, Шанкарачарья был вынужден по наставлению Господа проповедовать майявадскую сиддханту, майявадскую философию. И Махапрабху сказал об этом собравшимся майяваде. А Пракашананда Сарасвати Пат был вынужден поверить в слова Махапрабху. Он понял, что твои слова действительно совершенны. Пракашананда Сарасвати Пат сказал, да, на самом деле, мы знаем, мы проповедуем майяваду, защищаем ее, но сами ее до конца не понимаем. Поскольку Шанкарачарья дал нам это знание, мы защищаем его, мы проповедуем его. Но в сердце, наше сердце не принимает до конца эту сиддханту. Все, что ты говоришь, твоя речь, твоя внешность заставляет нас поверить в то, что ты Нараяна, ты Верховный Господь. Только взгляните, каково влияние Махапрабху. Благодаря его влиянию все майявади изменились. Они поверили в то, что Махапрабху — Верховная Личность Бога. Они не просто изменились, они начали петь и танцевать вместе с Махапрабху. В Чайтанья Чаритамрите сказано, что Махапрабху посетил Бинду Мадхава. Там он начал петь и танцевать, и в это время Пракашананда вместе с группой своих последователей, услышав звуки санкиртаны, увидели, как золотая аватара Господа танцует, и тоже начали танцевать. Это поразительно. Они изменились, изменилось их настроение. Это чудо. Все в Варанаси переменилось. Пракашананда был лидером. Он возглавлял весь Варанаси. И благодаря Махапрабху Варанаси очистилась. Очистилась благодаря Шудха Бхакти. Прабхупад пишет, нам необходимо проповедовать вновь и вновь. То есть нам необходимо осуществить повторную волну проповеди. Махапрабху приходил... уже 500 лет назад. И теперь необходима повторная волна. Прабхупад выступал в Бинаресском университете. Он рассказывал там о Гаудия Веданте. Но в действительности там обучают майявадской Веданте. Их программа не содержит в себе знания бхакти. Даже институт Акандананда. Преподаватели этого университета говорили, мы хотим, чтобы в нашем институте преподавали Гаудия Веданту. Но кто бы стал в действительности изучать? Гаудия Веданта — это высшее сокровище. And how many students we can get? Nobody going to learn.
Но никто не заинтересован в изучении Гаудия-Веданты. Посмотрите, что происходит в нашей сампрадае. Все только едят и воюют друг с другом. Мы хотим, чтобы какой-нибудь из профессоров Гаудия-Веданты преподавал этот предмет. Жива Госвамипад был выдающимся знатоком Гаудия-Веданты, и никто не мог победить его. И этот профессор института сказал, в Гаудия-Веданта Сампрадае, благодаря Шриле Рупой Госвамипаде, Дживи Госвамипаду, Вишна Чакравати Паду, заложены, хранятся редчайшие сокровища. То есть даже преподаватели этого института признали это. Тем не менее, очень редко можно встретить того, кто готов изучать Гаудия-Веданту. Итак, Махапрабху изменил Майаваде. И именно когда Майаваде приходит конец, возможно, проповедь чистой сиддханты. Пока майявадская философия царит в этом мире, невозможно установить чистую сиддханту, поскольку майявада настолько сильна и настолько привлекательна, что люди очень просто принимают ее. Им не хочется совершать преданное служение. Если даже сейчас обойти весь мир, можно найти тех, кто носит кантималы и одежды преданных. Тем не менее, если произвести операцию на их сердце, являются ли они искренними преданными? Помните о том, что Майявада представляет собой огромную угрозу, проблему. И день за днем постепенно Майявада поглощает общество преданных, общество гаудиев, подобно крокодилу. Прабхадананда Сарасвати Пад говорит, что он находится в океане Майи, где кишат крокодилы, которые постоянно кусают его, нападают на него. Как же защитить себя? Как защититься? Крия сактану дхик, бикота запата дхик ча джамин, дхигасту брамхам бадана парифуллана джараматино, ким этану сочамо, Бишарашаматьяно, Наро Пушуно, Наке Санчит, Лешопи, Ахаха, Милино Гору. They are not going to meet with Gauranga Mahaprabhu. Directly, indirectly, directly or indirectly mean by speech. Напрямую или косвенным образом, слушая речи Гуру Варги. We can expect that they can develop this kind of heart. So, those who are busy with karma kanda, those who are busy with karma kanda, they are fallen. Те, кто погружены в карма канду, те, кто занят ее изучением, проповедью, осквернены. Strong austerity and penances is strictly prohibited. Strictly prohibited. Strong austerity and penances. Аскезы. What is feasible for you? Запрещены. Строгие аскезы запрещены. Мы принимаем лишь то, что питает наши бхакти. Когда я жил во Вриндаване, я многим саду говорил, зачем вы это делаете, зачем вы так издеваетесь над собой этими аскезами?
Они совершали дандавата парикраму и совершали другие аскезы. Я говорил, что это не поможет вам выжить, это все равно повлечет за собой падение. То есть аскезы, которые не способствуют развитию бхакти, запрещены преданным. Материалиста сравнивают с животным. Прабхананда Сарасвати пишет об этом. Те, кто наслаждаются материей, животные. Как можно их спасти? Это животные, которые наслаждаются материей, говорит Прабхадананда Сарасвати Пад. Как им можно помочь? По сей день они так и не встретились, так и не получили даршан лотосных стоп Гауранги Махапрабху. На этом я хочу остановиться на сегодня. В Гаудия Матхе содержатся небывалые сокровища.